Тувинский артист Сайдаш Мангуш борется за 500 000 рублей. Заслуженный артист Республики Тыва Сайдаш Мангуш в числе этноисполнителей межрегионального проекта «Бийеркун». «Бийеркун», то есть «Под одним солнцем», так назван совместный проект Якутского театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха», который проходит при поддержке регионального министерства культуры и духовного развития. Конкурс стартовал в августе прошлого года, завершится в середине февраля этого года. «Бийеркун» объединил этноисполнителей из 11 регионов России. Трансляции якутского проекта смотрите на канале «Новый век» с 16 до 19 января каждый день после выпуска региональных новостей. Конкурс проводится в несколько этапов. Отборочный тур Сайдаш Мангуш прошел, когда представил на суд жюри свой клип «Адуген Тайга». Вторым этапом стал большой совместный концерт с участием всех конкурсантов. Сайдаш Мангуш исполнил 2 народные песни и 1 авторскую. Нынешний этап – это народное голосование. Начиная с сегодняшнего дня можно голосовать за нашу республику, республики Тыва. Там получается короткий номер 5577. Отправлять сообщение шоу 1. Я, получается, выступаю под номером 1.